в этом видео хочу показать, как на моего знакомого в безлюдном садовом обществе СНТ напала огромная стая собак. И как он от нее отбился. Стая, это стая. Нас окружила стая, что делать? Смотрите, собаки дикие. Это стая, ну, где-то, наверное, собак, наверное, 20. Я сам собака по гороскопу. Ну, дело не в этом, просто говорю, как с собаками бороться. Не бояться, не бояться, вообще не бояться. Никакой паники, смотрите. Они ждут, когда я буду паниковать. Вы должны понимать, что вы сильнее, чем они. Сильнее, понимаете? Сильнее! Вы должны понимать, что вы сильнее, чем они. Сильнее, понимаете? Сильнее! Вы сильнее, чем они. Ясно? Смотрите. Вы понимаете? Стало. Вы сильнее, чем они. Вы сильнее, чем они. Понятно? Смотрите. Далее. Не пойти, непонятно, что ли. Нет. Я могу с него пристрелить, просто пристрелить. Идет. Догоните, блядь. Понимаете, что дело? И собаки убегают. Все. Это дикие собаки. Если будете убегать, они вас настигнут и съедят. Понимаете? Это дикие собаки. Да, целая банда, да, там стая. А потом встретите людей когда-нибудь. Ну а потом он встретил людей. Тут сразу же нашелся человек с ружьем. В общем, ну вот так. Вот так все вот и закончилось. Благополучно. Jessica! 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 Jessica